Друзья, всем привет. Ну вот, как бы сказать, начался новый сезон. Вон кабан жил свежий, там вон копки везде. Ну ладно, начался новый сезон. Сейчас иду к своим заветным местам, проверяю. Будем смотреть, что там есть, чего нету. Сейчас пока пару мест своих прошел. Было пусто. Сейчас вот еще тут зайду, подлежу в одно место. Может, чего-нибудь я найду. У вас вот так вот, мне тоже интересно, как у вас сезон открылся, есть что, нету, добыл кто не добыл. Ребята тоже разошлись в разные стороны, но тоже пока тишина, никто не стреляет. Посмотрим. Местами лежит снежок. В гору пока залезешь, блин. Не знаю, камера передает, не передает полностью подъем. Как показать, не знаю. Ну, короче, подъем туда в гору. Местами снежок, местами нету. Так что зайчиков видел, искал зайчиков, тоже как бы не нашел ничего. Так, ну ладно, будем ходить. Громко разговаривать нельзя. Скоро здесь уже выход у меня. Так что будем, давайте, смотреть, что получится, есть там что или нету. Thank you.
ребята, но зашел в заветный местал. Сейчас буду смотреть, что есть. Друзья, на бегу прямо сбил его, короче, мурашка. Так, ну ворон хороший, рожки опять небольшие, в прошлом году сырники мне попадались. Сейчас вот рожки такие интересные, цвет смотрите какой-то шоколадный такой, блин. Рожки красивенькие, цвет такой приятный. Ну ладно, с полем, друзья. Козлика с подходом добыли, это уже хорошо, а то у нас что-то я брал эту во время гона разрешение. И так у меня не получилось добыть ничего. Ну, правда, за месяц выезжал там раза 4, наверное. Ну, не смог. Разрешение осталось у меня там незакрытым. Отправил его. Ну, сейчас вот фартануло.